Некоторых гостей этого центра развития принято называть особыми детьми. Говорят, их генетическое призвание – сделать мир добрее. У так называемых солнечных ребят в 21-й паре три хромосомы, на одну больше, чем у других. Главная особенность этих детей – неумение лгать и лицемерить. Среди таких посетителей двухлетний Владик. Увлеченно играет и легко контактирует с людьми, разбивая всякие стереотипы. Это мой сын, третий сын, понимаю хорошо. Он все показывает, что ему надо. Я-то уже, конечно, понимаю с ним. Все дома нахожусь, ни на минутку не могу отлучиться. Очень веселый, он очень общительный, ко всем тянется. Вот первый раз мы сюда пришли, так он девочку прямо все вот гладил одну. Ему очень хочется общения с другими ребятами. На детский праздник собрались разные ребята. Одни полностью здоровы, другие тоже входят в число особых по разным причинам. Здесь это не играет никакой роли. Мероприятие воочию показывает, общий язык найти легко. Второй год мы реализуем проект, который называется «Солнце в ладошках». Цель – оказать коррекционную помощь детям, оказать помощь консультативную родителям. Опыт работы показывает, что такие мероприятия помогают очень естественно воспитать в наших детях именно толерантность, терпимость, чуткость и доброту, желание помочь. Я думаю, что сегодня как раз наши детки стали немножко добрее, терпеливее друг к другу. Довольно часто я к маме прихожу и помогаю им водиться, так как тут у мамы есть разные группы, и я им ей помогаю. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Не хочешь ли связать свою профессию с детьми? Я хочу быть доктором. Доброта – это частично как подвиг. А подвиг – это какое-то дело, совершенное ради кого-то и рискнув своей жизнью. Доброта – это когда говорят добрые слова, дарят приятные подарки. А что ты делаешь доброго? Я помогаю маме, прибираюсь. Мою посуду. Впервые на подобном празднике волонтеры из педагогического колледжа. Для них это возможность сделать доброе дело и получить полезный опыт общения с детьми. Я помогала ребятам познакомиться с друг другом. Мы проводили со своей одногруппницей два конкурса на знакомство. Мне было несложно, так как ребята поддавались нашим движениям, повторяли за нами. Родители также помогли нам во всем. У каждого из пришедших свой талант. Кто-то способен солнечно улыбаться, а кто-то замечательно рисует. Наглядный тому пример – выставка творческих работ, которая является яркой иллюстрацией детских надежд, желаний, событий и радостей.